Итак, дамы и господа, всем привет! С вами снова Денокс, и мы продолжаем движение дальше. Да, вагон у нас, конечно, сильно плохой. Зомби активити deadly, так что останавливаться мы не будем. Еды мало, топлива тоже, пожалуй. Мы нашли немножко диких фруктов. Кому какая разница, кто что нашел, да? Так, вы нашли останки другой пати перед вами. Вы хотите ли взглянуть на это? Конечно же, я не хочу. Там зомбики, все такое. Не хочу, чтобы кто-то заразился, у нас так мало народу. Зомби активити хай. Ну, сейчас луна уйдет. Сэндсторм. Окей, едем дальше. Так, трак от опять рвет в кустах, нечего ему было кушать, не пойми что. И мы снова двигаемся с нормальной скоростью, и вот следующее заведение. Так, трак сломал руку, ну сейчас мы вдоволь отдохнем, как вы, наверное, видите, да, пустынный мотель, отлично. Спасибо Анли, по-моему, так зовут, да, в комментариях, который сказал, что, о господи, как громко-то, что можно останавливаться сколько угодно, спать в этих местах. Давайте и восстановимся на сколько угодно. 4 часа, например. Первым делом. Отдыхаем. Ну а поездка потом. Так. Траку надо больше времени на восстановление от чувства. И вообще нам нужен медкит. Медкиты рулят. Так, работа какая есть. Дефенс, да, $15 за нее платит. Не так очень как-то мало. Можно поскавенджить. Давайте сделаем это. О, по-моему, это скрапик. Денежки. О, а это разве... Вот эти вот, это развалины, это не денежки валяются? Так, это, по-моему, медкиты, если не ошибаюсь, да? Или что это? Кстати, у нас аммо нету! Амуниции! Черт, нифига себе! Так. Так, подожди, $20, 30 скрапа, 100 еды. Офигеть, сколько скрапа! Все. Рапаем тачку. Difficult. Бай. Господи. Я же не знаю, что мы продать-то. Медкит только если купить один, но что-то он дорогой. Амму, ну, у нас нифига нету. Как водится, да? Combat Trainer. Action Hero. Опять же, фигня какая-то. Апгрейды. Давайте репарнем-ка. Блин, это плохо. Мы не сможем сейчас нормально поскавенджить, потому что у нас нет денег. Но я думаю, что мы сейчас приобретем как-нибудь. Давайте и третий раз сделаем это. Все равно в какой-то момент нам может не повезти. Пока везет, слава богу. Господи, ну на последний 10 скраб. Нет, я не хочу пока. Апгрейды. На апгрейды у нас вообще денег нет. Еды и топлива еле хватает. Аммо, вот. А почему тут нет патронов? Давайте восстановимся, опять же. 4 часа будем отдыхать с этим траком. Как видите, сколько угодно можно отдыхать. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. Ну вот, в последний час мы отдыхаем. Все отлично, 210. И работа появилась. Нет, дефенса, да, очень сильно патроны тратит. Зомби активити хайт, пострелять.
Придется, конечно. 9 PM, да? Не хочется ночью выезжать, но давайте. Ага. Понятно, что это такое. Ну, давайте их как-нибудь их раскидаем. Ну, слава богу. Как-то более-менее справляюсь, я смотрю, с бандой. Серьезно, ну мы пережили атаку. Фух, слава богу. Да, нам нужно в какой-то момент. Блин, Крэг сломал руку. Нам в какой-то момент нужно остановиться, наверное, и. Но у нас бензин кончится. Черт, хотя нет, не кончится. Надеюсь. Так. Кто-то смотрит на вас из-за дороги. Вы хотите провести расследование? Блин, зависло. Ага, мы едем дальше. После зависания непонятного. Так. Вы едете медленно, потому что скрываетесь от орды зомби, которая идет по дороге. Но это нормально, чего. Смотрите, мы уже сейчас доедем. Спокуха, спокуха. Надеюсь, там будут патроны, потому что все деньги, которые у меня есть, я потрачу на патроны лишние. И по скавенджу. Вот что я сделаю, потому что здесь можно бесконечно скавенджить. Лас-Вегас! Да, бандиты украли 4 скрапа, но нам плевать, у нас Лас-Вегас здесь. Чё так медленно-то? А, ну прекрасно, у нас нет батареи, мы в Лас-Вегасе. Классная картинка. Что ж, Лас-Вегас ждет, господа. Так, repair. Upgrades. Supply town, автошоп. Battery. Один battery очень дорого стоит. А, так. Давайте посмотрим на торговцев. Так, у нас нет ничего, чтобы заменить. Окей. Ну тут мы бесконечно можем ждать торговцев. Давайте сначала как-то водится. Купим еды. Ой, еды, блин. Амо купим, конечно же, да. И у нас не хватает деньжат. Купим топливо, тоже не хватает деньжат. Чё-то не очень хорошо. Давайте продадим скрап. 18 скрапа мы. И, да, и купим амно. Вот я думаю, что 12 лишних патронов. И смотрите, что мы можем сделать. Работа. Recovery и recovery. Recovery это, по-моему, дойти до конца, да? Но зомби активити тут хай. Давайте сделаем так. Давайте вылечимся сначала, и, возможно, зомби активити снизится к тому времени, как мы вылечим всех. Так, смотрим зомби активити. Медиум. Вот это хорошо. Давайте еще 2 часа поспим. Будет лоу, и тогда поскавенджим. Все отлично. Готово. Ну-ка, лоу. Все, можно скавенджить. И давайте не будем тратить патроны. Они очень-очень нам дороги. Дороги, простите, патроны-то. Нет, какой нахрен босс? Ну да, действительно, спасибо, что только еду. Медкит. Денокс, ну ах ты, ёлы-палы.
Да что ж с тобой поделаешь-то? Так, ладно, Джобс. Так, а сейчас лоу, да, зомби активити? Тогда давайте выполним работу. Но если мы ее не сможем выполнить, мы погибнем. Что? Что мы выполним? На $39? Давайте сначала вот эту. Просто идем вперед и не останавливаемся, как нам, опять же, в комментариях сказали. Ни на какие препятствия не обращая внимания, потому что... Ой-о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 й
Давай, 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 давай! Еще немножко, и ты дойдешь! Я сделал это! Так, 8 долларов. Ну, ну, ну уже, что ты можешь купить? Медкит! Сколько он стоит-то? 48. Совсем немного. Так. Давайте еще одну работу. Давай, 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 чувак, 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 осторожнее, осторожнее, иди вперед. Давай, ты должен это сделать. Давай. Черт! Ну вот и... Так, что мы напишем на могиле? Почему? Почему ты умер? Да, мы немножко не так играли. Немножко не так. Надо было немножечко по-другому, потому что мы не рассчитали, что самое важное... Это все-таки было топливо и патроны. Они быстро всего кончались. Еда, она кончалась медленно. Поэтому ее можно было брать поменьше. Но мы этого не рассчитали, конечно. И вот что получилось. И в городах долго не останавливались. Хотя можно было поскавенжить еще. Ну, видите, это наша проблема, собственно. Так что давайте. Давайте начнем новую игру. И начав новую игру... Endless Mode. Кампейдж, конечно. Изучить. Понятно, что это такое. Skip intro. Кто будет партилидером? Ну, давайте опять же Дунокс. Кто еще будет в пати? Кто еще в пати будет? Иронимус. Фил. Эндхиар. Кто? И кто? Ну, давайте галактики. Как-то так, наверное, правильно написал, да? Правильно написал. Все, отлично. Что, погнали, ребята. Так, что мы приобретем? У нас есть 17 очков. Давайте топливо, во-первых. Топливо дофига приобретем. Медкитов, во-вторых, дофига. Еды, 250. Амо дофига приобретем. И денег дофига приобретем. Стольничек, да? Смотрите, 25 медкитов, это более чем достаточно, я считаю. Даже вот можно 20. Потратить на шину, она часто меняется. Все, можно даже не на шину, на еду. На еду точно, вот. А все остальное мы выменим. Так, journal. Понятно. Все, отлично, погнали. Вот теперь я примерно количество могу понять. Погнали. Итак, наша команда отправляется... Кто-то стреляет поблизости от вас, пуля задевает машину. Кай. Идем дальше, не проблема. Not problem.
Вы долбанулись в какую-то кучу, и 34 патрона вылетело в кювет. Давайте поскавенджим. Что-то мне вдруг захотелось поскавенджить сразу же, как только мы... 966 патронов. Охренеть, и нам еще надо скавенджить? Серьезно? Зомби активити лоу, я даже не знаю. Ну, давайте постреляем. Постреляем, ну, просто зачем стрелять, как бы активность низкая. Можно бы и так пройти. Да, вот мы подобрали еще еду. Теперь я не повторю такой ошибки, буду расходовать свое здоровье экономно. Постараюсь на рожон-то не суваться, наверное. Вот, потому что... Ох, мы промахнулись, но раздобыли много скрапа и... кучу еды. Это хорошо, все, отлично. Еду мы и так будем раздобывать в скавенджике. Всякие там... магазинные приспособления и прочее. Кстати, нормал установим. И потребление пищи, я не знаю, давайте оставим такую. Хотя, подожди, какой-то галактики. Галактики, ладно. Что у нас в городе? Нет работ, но можно закупиться еще топливом, скрапом, едой. Значит, у нас всего полно, можно еще топливо купить, пока оно дешевое. Но что-то как-то мне не хочет 3 топлива, блин. Это много. Серьезно. Так, комбо трейнер. Ага, вот можем выучить технику. Так, шанс, что вы не можете не используете пулю, когда вы стреляете. Отлично, то, что мне надо. Так, мы выучили первую технику. Для кара, что мы... А, тут нету заводского этого места. Ну ладно. Что ж, мы установили потребление... Retuning, medium, да, стоит. Scavenge, scavenge. При медиуме поскавен. Давайте приметь поскавенжим при медиуме. Лишний раз поскавенжить не будет лишним, так сказать. Как бы это ни звучало так повторно. Так, это у нас что? Это у нас еда, да? Еда. Так, окей. Это у нас что, скраб? Да, это у нас скрапик. Черт, черт, черт. Окей, мы были ранены. Ну, не страшно ранены, конечно. Ну, я думаю, ладно. Похрену. Погнали. Итак, мы едем очень быстро сейчас, как вы видите. И машина, соответственно, ломается очень быстро. Вот. Блин, Дхиар был... Дахиар заболел. Извини, Дахиар. Тебе придется немножко поболеть. Но мы поспим сейчас в ближайшем городе. Так, вы нашли что-то на дороге. Пробуйте это съесть. Дахиар больше не болеет. Как полезно подбирать что-то с дороги, Дахиар. Прям как в воду глядел. Давайте заедем в этот Питтсбург. Питтсбург. Врата Питтсбурга, блядь. Так, Defense. Вы мочи одну шину получите, либо Defense $12. Черт, ну окей. Ну, миссия на самом деле суицидная, но... это как бы не важно. Давайте восстановимся. Восстановиться нам нужно. Окей, мы восстановились. Все восстановились, блин. Так, что там с машиной? Ничего с машиной нового. Автошоп. О, отлично. Апгрейды, апгрейды. Better chance to find traders. Не очень хороший апгрейд, скажем так. Репарня стоит довольно дорого. Так что мы, пожалуй, воспользуемся услугами работ. Что у нас с шинами? Шин у нас нет. За шину $12 это лучше, чем шина. Серьезно, ребята, я вам говорю. Так, очень сейчас я приноровился стрелять. Как вы видите, уже на глазок спокойно попадаю. Так, да, давай.
Блин, ну он, конечно, идет с уклоном. Черт! Черт! Слишком их много! Так, вот это вот меня бесит. Так, вот сейчас был момент, конечно, напряженный, но мы получили $12. Правда, за что? Мы потеряли немножко патронов, ну, неважно, у нас их 1000. Своевременно потом закупим. И что, ну, думаю, что не стоит так волноваться по поводу этого. $20. Смотрите, мы можем вообще-то починиться. Нет, не можем. Можем продать что-то, починиться, но я не вижу в этом смысла особого как-то. И скавенджить я тоже не вижу особого смысла. Можно, конечно, подождать. Давайте подождем 2 часа. Не знаю зачем. У нас, кстати, еда тратится очень-очень-очень плохо, просто быстро. Поэтому давайте на смол поставим. Когда будем ждать в городе, посмотрим, чем это нам грозит, если мы на смол поставим. Ну, смотрите, не слишком-то это как бы трата еды такая получается, но думаю, что они быстрее заболеют, если мы меньше будем давать им еду. Что-то у нас там с Дедли, о! Не, ну мы при такой активности, ну давайте, ладно, поедем. Так, и зомби. Так, можно пробраться, можно пострелять и очистить путь. Давайте так и сделаем. Едем и стреляем. И у нас получилось это сделать. Наша ютубовская команда, значит, прошла довольно-таки быстро. И мы едем дальше, но попадаем в туман. Очень плохо, господа. Так, дождь. Начался дождь очень сильный. Мы опять же едем медленно. Что очень плохо, но мы не унываем. Мы хотим взглянуть, нет, не хотим взглянуть. Смотрите-ка, глюка не было, все отлично. Как хорошо, что когда глючит. Так, Томпстоун. Да, детка, вот это было серьезно. Это мы, кстати, впервые видели сейчас. Я убил зомби. В могиле бы не было ничего интересного, но мы открыли ачивку. Так, you find the backpack with some canned food in it. Вы нашли бэкпак с едой. Ну, я рад, рад, несказанно. И мы в торговом центре. В торговом центре. На этом, дамы и господа, я думаю, что мы закончим эту серию. Она получилась довольно насыщенной. И, кстати, так, мы можем добыть 100 или больше еды из скавенджинга. Отлично. Так, тут у нас 2 шины за рекавери. Можно, в принципе, дойти. Нет. Нам нужно отдохнуть, прежде чем доходить. Что мы и сделаем? 2 часика. 3 часика, пожалуй. 3 часика постоим. Смотрите, мы сильнее устаем, когда потребляем меньше еды. У нас сильнее тратится это дело. Ну, я думаю, что это не так важно. Ну-ка. Медиум уже. Медиум. Медиум — это, конечно, хорошо, но не знаю, влияет ли вот это медиум на сложность и насколько крутые зомби там будут. Так что давайте отдохнем-ка еще один час. Отлично, все равно медиум. Давайте еще один час отдохнем. И у нас лоу. То есть можно поскавенжить, можно выполнить работу. Я предполагаю, мы выполним работу и на этом закончим. Погнали.
Тун-дун-ду-ду-ду-ду-дун. Наконец-то мы выполним работу. Так, отлично, мы выполним ее. Вы сделали это. Да, спасибо, что дали мне две шины. Ну что ж, на этом мы, пожалуй, и закончим. Всем спасибо за внимание, с вами был Дунокс. Всем пока, удачи. Если вам интересно, что тут было, что будет, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все такое. Ну вы поняли, да? И вы увидите продолжение приключений нашей ютубовской команды в мире Organ Trail. Всем пока и удачи!